площадь областного центра вносится государственный флаг Российской Федерации и копия официального символа победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Знамя Победы. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Здравия желаю, товарищ гвардии генерал-майор! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! Губернатор Тульской области, герой Российской Федерации Алексей Геннадьевич Дюмин. Дорогие ветераны, уважаемые жители Тульской области, товарищи, солдаты и офицеры, поздравляю вас с Днем Победы, праздником торжества правды и справедливости, самым главным и священным для каждого из нас. Проходят года, но память о Великой Отечественной живет в наших сердцах, отзывается скорбью по тем, кого у нас отняла война, и гордостью, беспримерной силой духа, мужеством и единством народа-победителя, который изгнал врага со своей земли, освободил от нацизма Европу и для всего мира стал символом стойкости, самоотверженности, патриотизма. Это наша победа, завоеванная фронтовиками в тяжелейших боях, добытая тружениками тыла, нашими оружейниками, наравне с которыми за станками заводов, фабрик работали, не зная сна и отдыха, женщины и дети. Выстраданная матерями, женами, сестрами павших. Мы низко склоняем головы перед всеми, кто погиб, но не сдался. Сражался до последнего вздоха, до последней капли крови. За свой дом, за своих родных, за свое отечество, за будущее, за нашу жизнь, за нашу с вами свободу. Давайте сегодня вспомним всех тех, кто не вернулся с этой войны, и тех, кто не дожил до этого дня. Объявляю минуту молчания. Победы, особые слова благодарности, уважения мы обращаем нашим ветеранам. Это вы отстояли Тулу, вы отбросили врага от Москвы, дошли до Берлина и разгромили выученного и оснащенного агрессора. Вы возродили уничтоженные войной города, села, заводы, предприятия, школы. Для нас, тех, кто идет по вашим стопам, огромная честь и радость быть рядом с вами.
учиться у вас, брать с вас пример. Вашему примеру следуют те, кто стоит на страже нашего Отечества. Те, кто сегодня стоит в этом строю. Для всех будущих поколений важно быть достойным подвига героев Великой Отечественной. Помнить, что мы наследники народа-победителя. Нам завещано хранить вечный огонь, преданность Отечеству и то единство, с которым сраждались и побеждали деды и прадеды. В этом наша сила, наше умение вместе преодолевать любые испытания и вызовы нового, далеко непростого времени. Эту истину мы принесем через всю жизнь и будем из поколения в поколение передавать правду о Великой Битве, не предав ее смысла, ее ценности. Из своих поступков, своей любви к Родине всегда равняться на наших победителей. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Ура! Тульского Суворовского военного училища. В составе роты барабанщиков учащиеся второго курса. Среди них суворовец Зайцев Андрей, правнук участников Великой Отечественной войны гвардии сержанта Журавлевой Марии Родионовны и артиллериста Лифа Николая Михайловича. Суворовцы Фроловы Сергей и Иван, правнуки участника Великой Отечественной войны Бурмистрова Николая Егоровича. Младший вице-сержант Кулешов Егор, отличник учебы, является призером соревнований по плаванию. На центральную площадь города-героя Тулы выходит знаменная группа с государственным флагом Российской Федерации и копией официального символа победы в Великой Отечественной войне – Знамени Победы. Перед трибунами проходит рота почетного караула, которую возглавляет гвардии капитан Козырев Ярослав Вячеславович. На центральную площадь города-героя Тулы выходит парадный строй суворовцев третьего курса Тульского Суворовского военного училища. Возглавляет расчет начальник училища полковник Саксеев Дмитрий Валерьевич. Парадные расчеты 51-го гвардейского парашютно-десантного полка возглавляет командир полка гвардии полковник Сухомлинов Андрей Викторович, участник боевых действий, награжденный орденом мужества и другими правительственными наградами. Перед трибунами проходит первая рота. Ее возглавляет гвардии майор Шороков Денис Александрович. Вторую роту возглавляет гвардии капитан Власов Павел Владимирович. Третью роту 51-го гвардейского парашютно-десантного полка проходит рота 173-го отдельного разведывательного батальона, возглавляемая гвардии майором Разиньковым Максимом Сергеевичем. На площади Ленина парадный расчет Главного управления МЧС России по Тульской области. Руководит расчетом полковник Агакишиев Апрель Агакишиевич.
перед трибунами. Парадный расчет Тульского спасательного центра МЧС России. Расчетом командует полковник Орлов Евгений Анатольевич. На главной площади города парадный расчет службы судебных приставов. Мужской парадный расчет Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области возглавляет советник юстиции 3 класса Орлов Сергей Викторович. Женский парадный расчет Управления возглавляет советник юстиции 3 класса Чухрова Валерия Владимировна. Перед собравшимися на площади проходит парадный расчет Первомайской кадетской школы. Расчетом командует капитан второго ранга Федотов Андрей Валентинович. На площади парадный расчет юнармейцев. Возглавляет парадный расчет начальник штаба юнармии отделения города Тула Маслянкин Алексей Юрьевич. Перед трибунами парадный расчет воспитанников Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания города Тула. Расчет возглавляет участник боевых действий, кавалер Ордена Мужества Пронин Александр Викторович. В парадном расчете идут лучшие участники поста номер один у Вечного огня на площади Победы, участники слета именных школ города Тулы и слетов постовиков городов-героев. На площади Ленина кавалерийский почетный эскорт президентского полка службы коменданта Московского Кремля. Расчетом командует командир кавалерийского эскорта полковник Драгунов Игорь Владимирович. Внимание! На площадь выходит механизированная колонна. В ее составе образцы военной техники, находящиеся на вооружении воздушно-десантных войск. Во главе колонны боевые машины десанта второго поколения с экипажем. Боевая машина БМД-2 предназначена для поражения сил и средств противника, в том числе легкобронированных наземных и низколетящих воздушных целей, транспортировки и укрытия личного состава от пуль и осколков, самоходной артиллерии 2С9 «Нона». Колонну возглавляет машина управления «Реостат 1В119». На площади Ленина колонна БТР десантного с противотанковыми установками «Фагот» и зенитными установками «Игла». ПЗРК «Игла» предназначен для поражения реактивных турбовинтовых и винтомоторных самолетов, а также вертолетов на встречных и наклонных курсах. Колонна БТР-82А предназначена для поражения сил и средств противника, в том числе легкобронированных наземных и низколетящих воздушных целей. На площадь выходит колонна установок «Град». 122-миллиметровая реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы. В составе механизированной колонны выдвигаются образцы вооружения, выпускаемые на заводах города Тулы, столицы русского оружия. Открывает колонну изделия научно-производственного предприятия «Связь», стартовый командный пункт с узлом связи и проводной радиостанции на базе УАЗ. Кимовский радиоэлектромеханический завод представлен автоматической системой управления войск противовоздушной обороны «Фундамент» на базе КАМАЗ. На площадь выходят изделия научно-производственного объединения «Стрела», радиолокационная станция разведки огневых позиций минометов «Аистенок» на ходовой базе «Тигр» и боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» на базе БТР-80. Замыкают колонну зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С-1» на базе КАМАЗ. Проект разработан в конструкторском бюро приборостроения имени академика Аркадия Георгиевича Шипунова и выпускается на тульском предприятии «Щегловский вал» при участии акционерной компании «Тулмашзавод», завода «Тула-Точмаш» и центрального конструкторского бюро аппарата строения.